Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в первый Tomb Raider PlayStation 1 версию американского региона, бета-версию 26 сентября 96 года. И у нас 13 уровень, шахты Натлы. Новое место, Атлантида. Так, куда сперва нужно вообще направляться? По-моему, вот сюда вот, за водопад. Так, бежим вперед. Здесь у нас есть рычаг. Мы открыли где-то дверку. Замечательно. Теперь бы узнать, где это. Ну, поднимаемся здесь. Так, а здесь закрыто, как видите, да? Значит, не здесь я открыл. Тогда возвращаемся назад. Так, тут у нас куча ящиков разных есть. Что тут у нас еще? Вот еще пещера есть большая. Давайте пробежимся чуть вперед. Так, вот тут у нас есть блок, который можно выдвинуть тоже. Убегаем. По-моему, здесь. Или не. Да, вот тут я открыл дверь. Тут есть еще один рычаг. А теперь открываем ту самую дверь, которая наверху. Так, здесь нам надо будет проход освободить позже. Но это позже. Так, а сейчас бежим обратно. Там вот у нас есть кристалл сохранения. Да, это довольно очень длинная миссия будет. Наверное, самая длинная. Все. Забираемся наверх. Так, тут надо разбежаться и прыгнуть хорошо, хорошенько. Ну вот так вот примерно. Так, здесь спускаемся ниже. И попадаем в какой-то зал. Вот камера наводится даже наверх. Тут надо будет... Так, можно взять большую аптечку. Три предохранителя вроде нужно будет найти. Странно. Музыка опять как-то, ну, неправильно играет немного. Да, вот здесь три предохранителя. Так, что тут есть еще у нас? Еще у нас тут есть блок, который можно подвинуть. Его даже нужно подвинуть. Нам на одну из вот этих вот крыш, этих домиков, надо запрыгнуть. А, еще я вспомнил, что желательно ящик под отверстие в потолке поставить, чтобы не больно было падать. Ну, по-моему, здесь. Да. И вот отсюда надо запрыгнуть вот туда. Так, тут непрочный пол. Осторожно. Спускаемся так. Так, что тут у нас? Какой-то подъем.
поднимаемся. Так, справа есть рычаг. Ага, это мы управляем лодкой. Мы лодку перегнали на другое место. Можно, кстати, вернуться. Да, и вот то самое место. Спрыгиваем аккуратно на ящик. Теперь возвращаемся назад, потому что сюда, по-моему, идти рановато. Вот тем. Да, сюда рановато. Тут надо будет еще дверь открыть вот слева. А справа у нас тупик, по-моему, да? Ну да, ничего нету. Так что сюда позже придем. Да, у нас, кстати, отняли все оружие. Аптечки-то есть? Аптечки только есть. Патроны. Сами оружие у нас отняли. Так, здесь, по-моему, можно как-то быстро спрыгнуть в воду. Конечно. Так, и нужно будет сейчас вот на эту лодку запрыгнуть, по-моему. Отсюда или не отсюда, я не помню. Да, вот запрыгнул на лодку. И теперь отсюда нужно туда прыгнуть. У нас еще одно такое местечко. Ох, какой высокий блок. Что-то я не помню такого в релизе. Ладно. Так, и тут у нас куча ящиков натлы. И один из них выделяется. Нужно его найти. Так, тут патроны. Мы видим. Для магнумов. Да, вот этот ящик можно выдвинуть. Выдвигаем его. Я думаю, влево его задвинуть. Так, тут еще один, который можно выдвигать. Но его можно вправо попробовать. Так, так, так. Допустим. Себя тянем. Так, открылся там проход. Давайте посмотрим. Да, у нас есть доступ к рычагу. Мы выдвигаем бульдозер вот этот. Ну что ж, можно туда вернуться, кстати. Хотя, по-моему, нужно вернуться. Так, здесь у нас тоже ящик, но двигаем его прямо. Нам впереди пригодится. Так, залазим теперь наверх. И тут у нас рычажок. Берем потрошки. Ставим рычаг и открываем еще одну дверцу. Так, можно пробежаться вперед.
Там, по-моему, предохранитель должен быть. Да, вон лежит. Это секрет? Странно. Это же не должен быть секрет. Что-то опять с музыкой напутали, по-моему. Это вот как раз первый предохранитель фьюз. Нам еще два таких надо найти. Возвращаемся. Поднимаемся наверх. Так, по-моему, я открыл ту самую дверь, где еще один предохранитель я видел. Вот. Так, здесь первый предохранитель. Вернее, там вставлять нужно предохранитель. Вот здесь вот была закрытая дверь. Да, теперь она открыта. Забегаем вовнутрь. Берем патроны для узишек. И тут еще один рычажок есть. Так, не показало ничего. Мы сейчас сможем заметить. Вот предохранитель выпал на землю. И у нас два предохранителя. Отлично. Так, теперь возвращаемся. Хорошо бы, наверное, даже сохраниться пойти. Потому что там сейчас будет одно испытание очень интересное. Да, пойду сохранюсь, пожалуй. Вот у нас кристалл есть. Пойдем за третьим предохранителем. Вот тут вот у нас есть такая дверца. Так, а справа что? В общем, тут у нас препятствие. Нужно на скорость вот так вот добежать, допрыгнуть, забежать в эту пещеру. Но на самом деле это не обязательно, потому что там можно сквозь текстуру просачиваться. Ну, вот так вот предполагается от игрока. Ой, тут еще один сейф есть. Ну, пока не буду, наверное, сохраняться. Так, скатываются валуны. Окей, скатились, допустим. Куда это все приведет? Хотя, в принципе, деваться некуда. Я уже сюда точно не вернусь, поэтому можно еще раз сохраниться. Да, зря я, наверное, сохранялся, но все-таки я перестраховался. Вдруг меня бы валун задавил, было бы обидно. Да, я взял последний, третий предохранитель. Там впереди вообще лава. Но тут вот у нас есть выход. Надо забраться наверх. Вот сюда вот. В эту пещерку. Пробежать. Так, где-то здесь в углу. Вот дыра. Скатываемся и возвращаемся назад. Ну, все, идем вставлять предохранители.
Раз. Нам надо вот скинуть вот это вот. Вот это вот сооружение, дом. Так, отлично. Что дальше? Тут у нас пистолеты. Наши пистолеты. Можно вооружиться. Так, теперь залазим на эту кабину вот и с нее прыгаем вперед. Так, бежим вперед. Подождите-ка, вот тут у нас справа есть ниша. Можно ее заметить. Здесь у нас первый секрет. Так, там довольно-таки опасно. По-моему, надо задом скатиться. Да, там была ловушка. Лава, можно было бы сгореть. А тут у нас секрет. Берем большую аптечку. Берем патроны для УЗИ. УЗИ, УЗИ. Так, опускаем рычаг. И открываем отсюда дверь назад. Вроде больше никаких ловушек. Выбираемся отсюда. Бежим дальше, вперед. О, так. И я попадаю к кристаллу сохранения. Вот. Самое начало уровня. Так, теперь надо бежать в то место, где я брал один из предохранителей. Там будет выход. Первый босс. Ну, если можно так сказать, прислужник Натлы. Так, бежим вперед. Смело. Так, ну где ты? Выходи. А мы подлечимся. Еще подлечимся. Все, готов. Берем у этого ковбоя магнумы свои. Вот так вот. Так, тут опасно. Тут там, потому что лава в этой дыре. Тут, по-моему, есть еще где-то такая дыра, ловушка. Да, вот здесь тоже с лавой. Так, что мне нужно найти? Так, здесь тоже, тоже. Нам нужно здесь отыскать. Так, казалось бы, можно бы вот отсюда прыгнуть туда вперед, но это только кажется. На самом деле здесь у края нужно спуститься на руках. Вот. Там маленькая аптечка есть. Еще кристалл сохранения. Давайте сохранимся. Почему нет?
Так, и надо взять как-то маленькую аптечку. По-моему... А, нет, ошибся. Ошибся, не так, не с этой стороны. Нужно уцепиться. Вот так вот руками. Сюда взять маленькую аптечку. Так. Что дальше? Дальше надо на руках переползти. Перебраться по этой расщелине. Вправо. Так, здесь стоять можно. Так, вот еще одна расщелина. Перебираемся. И, по-моему, вот здесь вот можно стоять будет. На этой белой. Да, на белой можно стоять. Теперь нужно прыгнуть с разбегу вот туда вот. Вот так вот уцепиться на уровень ниже и перебираемся на руках вправо. По следующей расщелине. Ну вот здесь приземляемся где-то. И бежим дальше. Так, бежим осторожно. Я уж не помню, что там впереди. По-моему, ничего хорошего. Так, ну скатываемся вниз. Немного. Так, здесь я ничего не вижу. Так, и тут... О. Опасно тут. Надо. Прыгать будет сейчас. Да, вот там я был, кажется. Так, теперь тут вот надо выбирать, куда прыгать. Налево или направо. По-моему, с разбега лучше. Уф, это было опасно на волоске. Так, отсюда прыгаем вот на следующую. Так, теперь советую прыгнуть направо. Быстро подбегаем вплотную к ящику и толкаем его вперед быстро. Катится валун, но он нас уже не задавит. Да, это секрет. Так, я не помню, в какое место мне. Где залезть можно? Не здесь, что ли? А, не, не здесь. Тогда отодвигаем ящик отсюда. Да, ящик хорошо туда поставить. Где-то здесь тогда можно забраться наверх. Вот. Так, что у нас позади? Аптечка, патроны. Подбираем это добро. Так, что еще? Все. А, вот еще одна дыра, но в нее пока не влазим. Так, бежим по дороге вот здесь прямо. С
спрыгиваем вниз. Так, вот еще один секрет, кажется. Берем тут дробовик, находим. Или это один и тот же? Нет, наверное, один и тот же секрет. Так, сюда валун скатился. Ну, здесь железная дорога. Вроде бы толком тут ничего нету. Темнота. Все, пошли отсюда. Хорошо бы сохраниться, конечно. Да, вот мы оказываемся за камнем. Отлично. Так, продолжаем серию прыжков. Прыжков. Так, теперь прыгаем на правый сейчас блок. Ну, потом без вариантов на центральный. На левый. Просто прыгаем прямо немножко. Так, идем дальше. Осторожно, тут у нас скат. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Можно неудачно так скатиться. Наверное, лучше задом это делать. Вот так вот. Так, впереди у нас лава. Как нам ее избежать? Прыгаем вот так вот. Прыжком вперед. Так, я вышел к ящикам с надписью TNT. Так, тут надо какой-то ящик выдвинуть будет. Вот сюда его надо поставить. Так, по-моему, вот это битый ящик. Можно его двигать. Да, выдвигаем. Там скоро сейчас второй босс будет. Прислужник Натлы. Так, еще назад на себя. Так, вроде бы все, да? Не двигается больше. Так, тогда с этой стороны убегаем. Интересно, можно ли туда допрыгнуть? Не, наверное, нельзя. По-другому. Так, вот в эту пещерку прыгаем. Тут дается сохранка. И, наверное, стоит ей воспользоваться. Забираемся наверх. Так, тут сейчас еще будут прыжки. Налево, направо, неважно, на самом деле. Так, покатились валуны. Один, по крайней мере. Наша задача это вот туда допрыгнуть. Допрыгнули. Так, что впереди? А, это я вернулся в эту локацию только сверху.
Тут у нас есть рычаг. Патроны к магнумам. Где ковбоя я убивал. Вот рычаг, опускаем рычаг. И случился взрыв. Там, сзади. Так. В этом уровне еще одна секретка, по-моему. Уф. Я думал, сейчас на скалистую местность. И все. Повезло. Так, тут должно было что-то разрушиться. Да, вот проход. Я думаю, что из оружия взять. Наверное, лучше магнум. Так, надо съесть, наверное, аптечку. Ну, где ты? Уф. Готов. Убиваем скейтбордиста, берем свои УЗИ. Возвращаем. Уф. Так, ну сзади ничего нету. А здесь, по-моему, что-то можно пособирать еще. Так, да, вот там вот есть магазины для УЗИ. Не только. Осторожно. Так, тут лава. Но тут не все лава. На самом деле. Вот тут, по-моему, есть водоем, в который можно нырнуть. Так, по-моему, вот сюда. Дверка открылся. Это секрет. Собираем большую аптечку. Патроны для УЗИ. Маленькую аптечку. И вроде бы все. Тут можно вроде бы всплыть. Так, поднимаемся выше. Направо? Да. Так, тут есть еще патрошки. УЗИ. Замечательно. Соберем их. Так, с этой стороны что-то есть еще. В нескольких местах как раз таки разбросаны. Да, вот. Еще патроны. Тут я ничего не вижу. Здесь тоже ничего не наблюдаю. Так, давайте пробежимся чуть вперед. Так, продолжаем искать. Вот тут, по-моему, есть еще где-то, а может и нету. Забраться можно.
А, нет, тут нет ничего, видимо. Ну ладно. Все, тогда валим отсюда. Вот есть сохраняшка еще. Так, что нас ждет впереди? Ох, тут сейчас будет серия валунов просто. Так, а где третий валун? Подожди-ка. А чё, третьего валуна не было, что ли? Он, по-моему, должен был отсюда выкатиться. Ну да. Ну ладно, не выкатился, так не выкатился. Так, идем вот в этот проход. Забираемся здесь. Так, что у нас тут такое? Что у нас тут? Да вроде бы ничего особенного. Какие-то горы. Так, поднимаемся выше. Прыгаем отсюда вот сюда. Отсюда еще выше. Так, и еще выше забираемся. Вот, вроде самый верх. Вот. Какая-то типа пирамида, что ли. Так, тут у нас блок есть. Надо его, по-моему, вперед толкнуть. Толкаем блок, значит. Так, здесь вот у нас... Не знаю, стоит ли толкать его дальше. Или оставить так, как есть. Не помню. Здесь, по-моему, да, можно забраться выше. Забираемся. Так, вот тут надо на себя выдвинуть блок. И потом просто в бок его выдвинуть. Лучше в эту сторону. Так, какая-то дверца. Но дверца, по-моему, она мне сейчас не нужна. Она не откроется никак. Так что спрыгиваем вниз. Так, вот тут еще один блок. Я не помню, на себя, по-моему, его надо сейчас толкать. По-моему, на себя. Да, все, больше я его не протолкну, но с другой стороны вроде бы смогу протолкнуть. Так, спускаемся вниз. Вроде вот этот блок надо теперь толкать вперед. Иначе бы он не толкнулся бы из-за того блока. Так, здесь у нас есть рычаг. Мы открыли дверку. Можно сохраниться, кстати. Еще кристалл дают. Так, Нет, вот дверку, которую я открыл. Идем по проходу. Так, тут спускаемся ниже. Так, тут еще один блок у нас есть. Толкаем его вперед. Дальше я вроде с ним уже ничего не сделаю.
Так. Открывается дверка. Тут есть рычаг. Это надо назад бежать, видимо. Так, сюда, по-моему, да? Там у нас была дверка. Да, вот, мы открыли дверь. Отлично. Там нас поджидает еще один босс. Давайте дробаш возьмем. Живучий гад. Так, у него есть патроны еще на дробаш и сам дробаш. Так, куда я вообще вышел? Тут у нас что-то типа пирамиды. Ну, вроде ничего толкового нету. А, здесь, по-моему, какой-то ключ надо раздобыть. Да, вот. Надо забраться на пирамиду сейчас. Так, залазим вот сюда мы. Нет, соскользнул. И по вот этим вот выемкам надо допрыгнуть. Так. Вот так вот приблизительно. Ай. Вот. Теперь прыгаем. Вот так вот. Скатываемся. И мы в проходе оказываемся. Вот проход. Так, тут у нас есть рычаг. Не показал рычаг, что сделал. Но, по-моему, он открыл там дверь какую-то. Да, вот дверь открыл. Здесь есть большая аптечка. И, собственно, ключ. Ключ еще. Патроны для УЗИ. Ключ от пирамиды. Вот. Пирамид Кий. Так, ну теперь можно бежать вставлять этот ключ. Да, вставляем его сюда. И заходим внутрь. 3 из 3 секретов. Отлично. Сохраняемся. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующей серии. Пока-пока.